Россия многонациональна, и, подобно большой семье народов, как и в обычной семье, отношения между народами имеют свои правила поведения, ценности и табу, традиции и общую историю. Наша страна является семьей с тысячелетней историей. Ее членами является множество народов, которые оставили свой след и свои достижения в нашей общей истории, вырастили своих героев, жертвовали своими сынами и дочерями во имя Отечества. В ответ наша Родина оказалась самой заботливой и бережливой. Несмотря на тысячелетние испытания и потрясения, она смогла сохранить все, даже самые маленькие народы, что доселе не удавалось ни одной из великих империй. Единство заключено в многообразии. Целое всегда состоит из разных частей, как молекулы из атома. Невозможно написать слово одинаковыми буквами. Мелодия состоит из разных нот. Лес – из разных растений. Россия подобна большой, яркой и прекрасной картине. Картине с палитрой из 193 цветов. В этой картине нет ни одного лишнего цвета. Каждый цвет – это наше богатство, наше наследие, подарок от Бога. Чтобы сделать свой вклад в укрепление России, каждый из нас должен начинать с уважения к окружающим, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности. Знать и ценить то, что нас объединяет – историю, культуру и русский язык. Жить по совести, во благо Отечества.